Вы смотрите новости онлайн. Очередным гостем программы «Бабий бунт» стал певец Прохор Шаляпин. Ольга Бузова, одна из ведущих шоу, не упустила возможность дать музыканту несколько советов. В студии «Бабьего бунта», куда артист привел свою новую девушку, зашел разговор о его имидже. Скандально известная ведущая «Дома-2» заявила, что зрители практически ничего не знают о новых композициях Шаляпина, зато всегда в курсе его личной жизни и отношений. Она рассказала, что знакома с Шаляпиным уже много лет и знает его как талантливого певца. Но, к сожалению, при наличии таланта и шикарных вокальных данных ты не это демонстрируешь публике, а свою личную жизнь. Хотя есть многие исполнительницы и исполнители, которые не имеют вокальных данных. Я не говорю о себе, потому что у меня тоже с ними все в порядке, и они занимаются творчеством. Не упустила возможность похвалить себя исполнительница хита «Мало половин». Шаляпин, казалось, был немного озадачен такой точкой зрения. Он попытался объяснить, что у него не получается стать известным благодаря музыке, потому что у него нет влиятельного покровителя. Бузова же парировала, что за ней тоже никто не стоял, и всего она добивалась сама. По словам девушки, у нее даже нет продюсера. Большая часть ведущих поддержала Ольгу Бузову. За Прохора Шаляпина вступилась только Татьяна Васильева. Она заявила, что восхищается шикарными вокальными данными музыканта. Вывод о певческих талантах Шаляпина Васильева сделала после того, как услышала Прохора вживую. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!